Да, хорошо. А, три рядом почти. Ну, ровно все. Я вот стою вообще, сейчас первый залечу. Все, да, то есть вы там должны вот троем, а именно троем друг за дружку. Один светит, друг там на него начинает сыпаться, опять же, фокусим и фокусим. Да, ну вот, все, да, вот налет один. Ну там Игоревич как бы, ну ладно. Бата, проскакивайте, да, где третьему бата вообще, вообще в идеале. Вот сейчас вот свет наш, вы понимаете, что свет сейчас полностью должен быть наш. Ой, кто на 268-м? Зачем так сильно лево? Сейчас по буграм будешь скакать. Скорость потеряется. Штофочь тяжело так идет, я тебе вам скажу. Ладно, 268-й послушал, меня обгоняет. Все, да, батики, видите, света нет. Все, спокойно. Подождите, не светите еще центр. Не готовы еще тяжи, чтобы выйти и дать залп. Просто встаньте и замрите. Ледничок там с подмостика подсветить. Так фочь, он 268-го догнать не может. Что это за чушь? Ну да, я ж так и говорил. Нам что это за хрень? Движок забрали вообще, так... он такой тугой. Да ну, я тогда на 268-м буду кататься лучше. Сейчас, да, останусь, хорошо. Все, пошел вот светик. Ой, ну это ваша жертва. Бата, бата, да, не, не спокойно, не лезем. Сейчас тяжики, все, он отошел. Что он там, живой? Сколько у него осталось? Мне не видно. Живой, живой остался. Целый вообще? 700. А, не, ну 700 осталось, значит потрепалишь его. Все, аккуратненько светим, да, ледничок, там, Жека, что там на мосту? Не знаю, я высунулся, постоял, никого не было. Все, хорошо, опять постою так вот. Постой до света. Не перви меня, светят. Ну, как-нибудь так вот, с краешку, но чтоб ты как бы не бойся получить. Слушай, ну патана я, конечно. Лесенка, качелька. Что там, ледничок? Пока тихо, да? Ну, чуть поближе надо подъехать и под мост. Бат, а вот один, прикрывай его. И кроме визарда, да. Вот он пошел, и вот так вот с под моста светите, а этот бат но смотрит. Я стою уже наверху, меня никто не светит. Ты уже наверху, да, Игоревич? Да, я стою, стою. Постой, да, постой, ну так, спустись, чтобы просто тебе башня торчала. Да я успею, что, аналка? Я... Тупая аналка. Еще дальше заехать. Да, 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 подсвечивай, только теперь разворачивайся задом едь. Задом, поднимай башню. Вы смотрите, светит, вот, свет начинается, вот, куда вы смотрите, туда будет идти свет основной. То есть, куда вы смотрите, там вот, будет вам кинул. Лучше видно. Да. Командиру вашего танка. Все, бат, а ты, да, второй бат его прикрывает. Если что, там вдруг начнется возня, сразу. Так, ну, ребята, я сейчас кину на ледник, как они встают по аналоге. Яревич, ты наверху стоишь, да, у нас? Да, да. Да, тяжи, пошли вниз. Прижимайся к нему. Дека, подходи. Да, тяжики, кучечкой, кучечкой, стали, стоим. Стоим там внизу. Да, просто стали, да, стали там внизу и стоим. Не светимся, ни наверх не лезем, ничего. И Ирей, стоишь наверху, спокойно все, да? Да, да. Жека. Баты, смотрите, не вдвоем, чтобы не кучка вы были, чтобы вас там, если рта ляпнет. Илю, один выше, один ниже. Нет. Друг на друга, на расстоянии держите всегда. Да, подсветочка, вот, смотрите, постреляйте по нему, постреляйте. Если можете, да, сгоните его оттуда, если есть возможность. Никак, да? Илюха, можешь? Могу, могу, но только время. Все, хорошо, все, батики, да. Все, Дека, дальше не лезь. Стой. Если не посыпется, да, на батов. Так, вот смотрите, есть, да, у них свет. Так, по тышечке. Пройдем чуть-чуть. Яревич, что там у тебя? Да чисто, я стою наверху, здесь меня даже не светит. Блин, ну смотри, как бы... Сейчас, не, подожди нас, сейчас, Яревич. Сейчас сделаем схему такую. Ты поедешь потом и заберешь Паттона, если он там остался на мосту. Сейчас, просто я боюсь, чтобы там какая-нибудь ФВ не стояла за углом. Ты поедешь забирать его, а она двинет тебя и отъедет назад, и все, и ты рассыпешься в какушке. Так, теперь так еще. Что, будет свет или нет?
Да, ну если заказываешь, что? Куда? Куда хотите, я на Linux велся. На бата. Ну он сам, если захочет, только засветится, мы его не засветим. Понял, понял. Тогда я кидаю. Ну аккуратно, если. Он тупо заказывает. Вот, поехал. Ну шо, ПТ, остановитесь, я поехал. Сейчас. Все, заберу его греть. Фу, придурок. Ты в свете, не? Я думаю, ну, я когда после того, как стрельнул. Ну, просто если арта пройдет. Все, я ну поднимись так. Гляну. Ну, вот так вот ты как бы. Тебе надо вот посмотреть, вот здесь у тебя свет пойдет сейчас, когда ты будешь проезжать или нет. Мне вот это важно. Прижмись к скале к их. Жека, подъезжай по мосту, там никого нет уже, я так понял. Никого, не светанули тебя, да, Игорь? Не, я чист. Все. Ой-ой-ой, назад, бат. Ой, там видите, какая аналочка у них жестенькая, да? Все, ПТ-шечки подходим, тяжики поднимаемся, прижимаемся к скале, там где бат наш. ПТ-шки не лезем, стоим здесь. Мы стоим здесь. Слева к скале, вот здесь вот. Вот здесь я кустики помню. Стали, если что. Ну что, знаете схему старую, да? Блин, тяжеловато сейчас будет. Уже Илюха покидает. Времени это. Мало. Да, Илюха пока... Так, тяжики поднимаемся, проходим туда и пробуем подсадить бата Игоревича. Нам нужен свет. Не светитесь, прижимайтесь правее, чтобы не было света вас, чтобы вас не видели. Становится бат, потом семерка, где там Сеня, сотка последняя толкает. Если что, сейчас подъедет одна ПТ. Поможет. Становимся и аккуратненько начинаем светить. Смотрите, если да, пойдет урон у бата, сразу откатываемся назад, чтобы он не рассыпался. Илюха, сводись наверх сразу же. ПТ-шечки подняли наверх. Стволы, держим вверх. Да, я речь. Смотри, там без фанатизма, заезд, просто подсветил и назад. Все, отпускайте, тяжики, отпускайте и становитесь лесенько. Сеня первый. Все, вот 268, пожалуйста, Люк. Не, никак его. Я речь, просто откатывайся. О, да, вот так вот высокой. Да не, он не достает. Блин, он не достанет. О, я штиру, он не достанет. Подождем, пока сейчас Илюха покидает, да, Игоревич подсветит. О, вот входит, Илюха. Все, откатывайся, чтобы не спугнуть его. Он не достает. Блин, нормально. Да откатился он, да Илюха бы его с одного бы забрал бы. Так, смотрим, да, видите, как что происходит. Попробуй дека там дать кому-то в домах. Не, на леднике пускай Льяга первая полезет, просто подсветится там. А вы отъедьте прямо за него. Он стрельнет, начнет откатываться, если на него покатится, он вниз, вы начнете встречать сразу баты. Все, я глубоко стоит, да? Все, отлично. Да все, нет, все. Не сильно глубоко. Не, не надо не стреляться у него, пускай он едет. Не, мы не лезем, просто он стоял нормально. Так, тяжики стали. Стоим, просто ждем. Жека, ты поджимаешь. Схема старая, помните, Сеня заходит, закрывает. Только смотрите, вы будете стрелять на ходу, потому что там будет встречать. Сразу смотрите, внимание. Да. Внимание, когда вы будете заходить, внимание на вот эти кусты, если пойдет свет. Вот здесь все отстреливаем сначала сразу на ходу. Сеня, ты выходишь, закрываешь, вот тут все становится. Семерки. Сразу ныряем под него, прячемся, становимся на захват. Сзади зайдут ПТ-шки. Кучнее. Да, кучнее остановитесь, да. Сверху там, если что, будет Игоревич сгонять. Он не даст залезть наверх. Зарыв вас никто не будет стрелять. Зайдут ПТ-шки сбоку, не даст вам зайти сбоку. Здесь важно стать на захват. Правильно. Сене тогда поглубже надо на захват стать. Да, Сене, ну а так начали. Стать красиво. Вам не то, что поглубже, стать закрыть от ледника, чтобы под него залезли семерки. Минимум 3 штуки должна влезть и развернуть дуло, чтобы встречать сбоку. Да, блин, брод, вам компот, что он не звонит. Отстрелялся, да? Все, ждем пока. А вот эту ягу ты никак не достанешь, Илюх? Достаю, я просто 2 раза промазал по ним. Плохо. Игоревич, а ну дай-ка светик просто, чтобы они там сейчас. Не расслаблялись. Так, ПТ-шечки чуть-чуть ближе подъедем, чуть-чуть ближе. Нам когда стартовать, если что? Я скажу, когда. Ага. Видите, да, что там у них? 268-я, все ПТ-шки. Смотрите. Да, ПТ-шки одни. ПТ-шки, да, будет урон, но они будут стрелять только с прямого дула. Они будут заезжать, пытаться заехать вам в бок. Смотрите, там ФВшки, тяжики, да.
Яга, отходим. Смотрите, если они далеко сейчас залезут на вас, скажите, когда они вниз. Скажите, когда они спустятся вниз, если что, вдруг. Хорошо. И едут уже. Если поедут вниз, сразу сейчас заходим тяжиками. Все, поехали. Пошли, тяжики заходим. Не мешаем друг другу. Не мешаем, ни колбаску не делаем. Мигареет сверху, отгоняешь 268-го. Да, Сеня да, первый идет. Смотрим кусты лево, нету никого. Поворачиваем башню. У меня ФПС 13. Едем. Все, едем, спокойно, пацаны. Подождите, Сеня. Сеня, едь вперед, блин. Да, пацаны, не останавливайтесь. Не останавливайтесь просто, Сеня. Там друг друга ж не стреляйте. Все, едем и забираем. Сеня, да, едь, блин, ну мы сейчас стрелять не сможем, потому что друг другу мешает. Проезжаем вперед. Сеня, вперед, да, на захватик встали, вот так вот. Встали и стреляемся. Пристреляемся, забираем недобитков, блин, пацаны, всё, как же я дорого. Я уезжаю вниз, меня Фоч этот заберет. Забираем. Проезжайте. Блин, тогда дайте стрельнуть. Ледник прорвали. Пускай, ничего страшного. Становимся на захват, троем, тройной захват, ну что ж мы стоим, пацаны. Тройной захват делаем, тройной. Блин, я просто лезу под дома, чтобы просто они в меня стреляли, чтобы захват сразу не сбивали. Стали на захват, троем, вот так вот стали, жмем. Остальные все впереди, жмем их, выжимаем на ледник. Форш на трех, три зашли. Все, стали, да, и стреляем, вот так вот семерочки от башни, стоим здесь. ПТшки стали вот здесь, спрятались за тяжикой. Недобитки назад. 209-й ИС. Смотрите, вверху Фоч, я не могу его забрать. Да хер с ним, пускай висит. Фоч сверху, смотрите внимательно, да. Он возвращается с ледника. Ничего страшного, стоим 10 секунд там продержаться. 10 секунд, всего 9-4, мы не можем здесь проиграть. Можно вопрос задать, пожалуйста? Можно сейчас Жека обсудим, подождите, сейчас бой закончится. Опять, пацаны, Сеня, ты вот поехал, смотрите, вы стали колбасой, смотрите, если вы выходите, вот плечи.